Расул Тяжаев – фермер со стажем. Сначала работал в колхозе, а после решил разводить крупный рогатый скот самостоятельно. Сначала все пытался сделать исключительно своими силами, но потом обратился за советом главе администрации села. И тот посоветовал принять участие в конкурсе на получение сельхозгрантов. Грант получил 4 года тому назад. Ну, помещения уже были сделаны. Я хотел приобрести с России телят, чтобы они выросли здесь. Акклиматизировались. И мне оттуда привезли. И здесь закупил бычков, цементалы, свои шведы, чернопестрые. Сейчас у фермера 10 дойных коров черно-пестрой породы, плюс несколько буренок местных пород, а также бычки и молодняк. Ухаживает он за ними по науке, рацион каждой коровы строго сбалансирован. Поить надо в одно время, с разницей 15-20 минут. Кормить надо в одно время. Особенно для быков. Это как в армии. Завтрак, обед, ужин вовремя. Поэтому солдат имеет и вес, и силу, и все. Животные в таких условиях развиваются хорошо. Наглядно это видно на примере бычков. Крепкие, мясистые. Покупатели таких берут, даже не торгуясь. Отпаиваю 4 месяца цельным молоком. Порошки, морошки не даю. И от порошков... Не то получается. А цельное молоко лучше не жалеть. И сами видите, вот сейчас кто-нибудь увидит, скажет, что ему 2-3 года. Им 1,5 года, вот этому год. У них уже по 250 килограмм мяса за 1,5 года. А в прошлом году Расул решил попробовать разводить птицу. Теперь у него 170 индюков белой широкогрудой породы. Птица хоть и капризная, но, как утверждает фермер, рентабельная. Ведь каждая особь в среднем весит около 10 килограммов. Покупают в основном селяне, но часто за птицей приезжают и из города. Все уже в готовом виде видят, что они без химикатов, не искусственными кормами, натуральными кормами выращенные дома. Поэтому всем хочется экологически чистый, как бы сказать, продукт. Пасутся, пожалуйста, на траве. Это же не на фабрике, в клетке не сидят они. Зерно натуральное, трава натуральная. Поэтому люди разбирают. В планах у фермера увеличение поголовья птиц до 600 штук. Конечно же, он продолжит уделять внимание и крупному рогатому скоту. Ведь, как утверждает сам фермер, кто действительно хочет работать и развиваться, у того все обязательно получится. Эрнест Чуков, Мурат Кемрюгов и Роман Баюра, Архыз 24.